Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Эдвард Пенфилд, американский иллюстратор, в эпоху известную как «Золотой век американской иллюстрации». Его считают отцом американского плаката. Его работы были включены почти во все крупные книги по американской иллюстрации или истории плаката. Он также является важной фигурой в эволюции графического дизайна. Я цитирую Википедию. Родился 2 июня 1866 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Учился в Нью-Йоркской лиге студентов-художников. Работал под руководством Джорджа де Фореста Браша, который был известен своими романтическими сценами из жизни американских индейцев. Сначала работал в Harper's Weekly, а позже стал арт-директором. Он разработал свой собственный уникальный стиль упрощенных фигур со смелыми очертаниями в обстановке, свободной от посторонних деталей. Вот его высказывание. Дизайн, который нуждается в изучении, это не плакат, каким бы хорошо он ни был выполнен. Опубликовал книгу с названием Holland Sketches, которая была опубликована в 1907 году. Его работы были включены почти во все основные книги по американской иллюстрации или истории плаката. Жил в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк, популярной художественной колонии среди актеров, писателей и художников того времени. Сообщество было наиболее хорошо известно благодаря беспрецедентному количеству выдающихся американских иллюстраторов. Он был одним из основателей художественной ассоциации Нью-Рошель, которая была организована в 1912 году. Плакаты Пенфилда были смелыми и выделялись издалека с большой четкостью, поскольку такие художники, как Альфонс Муха, Теофиль Стейн-Лен и Тулус Латрек популяризировал плакаты в Европе, Пенфилд совершил то же самое в Соединенных Штатах. Для своих плакатов Пенфилд использовал простые формы и ограниченную палитру цветов, которые соответствовали примитивным методам воспроизведения той эпохи. Умер в возрасте 58 лет в 1925 году. Ну так вкратце о Эдварде Пенфилде, американском иллюстраторе в эпохе, известную как «Золотой век американской иллюстрации», важной фигуры в эволюции графического дизайна. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Thank you.